А мэр города Михаил Гмырин продолжает лично проверять жилищников на оперативность и вежливость. На этот раз, без предупреждения, он посетил ЖЭУ номер 3 управляющей компании СМУБ ЖКТ на Комсомольской, 37. Ну как, у нас, значит, дневной механик, значит, мы в течение дня приезжаем. Если, значит, ночью, там вечером аварийная служба приезжает, ну, в принципе, сразу приезжает. В диспетчерской лифтеров ЖЭУ номер 3 в реальном времени можно следить, исправны ли подъемные механизмы. На момент проверки мэром все лифты функционируют. Не обошлось во время визита и бесконтрольного звонка. На этот раз на потоп диспетчерам жаловался заместитель главы города по городскому хозяйству Виктор Никонов. Подойдите, так вы когда подойдете? Сколько мне там плавать-то? А у меня-то ниоткуда. Откуда я знаю, где ключи от подвала ушел? Такие действия диспетчера поставили под сомнение оперативность в оказании помощи. В деятельности служб не хватает системности, сделал вывод глава города. Вот Комсомольская, 37, я куда должен позвонить? Или в диспетчерскую, или в домоуправление. У нас жильцы звонят в два адреса. Это плохо. Они должны звонить куда-то в одно место. Да? Должны в диспетчерскую звонить. Михаил Гмырин отметил и положительные изменения. У всех сотрудников этого домоуправления появились бейджи, а значит, посетители к мастерам и начальнику могут обращаться лично. По поручению мэра вскоре будет создана специальная рабочая группа. Она займется повышением эффективности работы муниципальных жилищных предприятий. До свидания.